Антон Хабаров в детстве учился бальным танцам и музыке. Антон до сих пор неплохо танцует и играет на пианино, чаще всего Шопена. Полученные навыки он иногда использует в своих ролях. К примеру, в «Муурке» и в «Казанове» он сам играл на фортепиано. Музицирует Антон и дома, и в театре. Учит музыке своих детей. Что касается бальных танцев, то в 2010 году Антон Хабаров участвовал в 5-м сезоне «Танцев со звездами». Однако, как ни странно, по итогам шоу он не попал в тройку лучших. Антон много снимается, особенно в последние годы. Мы знаем его по сериалам, и все-таки я люблю. «Две зимы и три лета», «Мурка», «Отчим», «Адвокат Ардашев», «Казанова» и другим. Ну что за бум-бум? Все, стой, посмотри. И сейчас все друзья. Не надо. У тебя же не может голова идти отдельно от туловища. Мы же вместе играем. Ты конфеты воруешь? Ты воруешь? Мне показывай, как ты идет. Не надо, чтобы ты это сыграла, здесь выразила. Чтобы он не услышал. Ты в носках, в шерстяных носках, в валенках идешь. Валенки вот, колючие. Ну, а молодчик. Теперь сфа, давай, сможешь начать сфа? Не надо ничего показывать. Здесь. Давай, включай. Окей. С самого начала? С самого начала. Или когда они уже боятся на время? Никогда, давай. Этот танец я танцевал, когда я был молодой. Да. Я сейчас молодой как бы. Ты чего танцуешь? Да, там так танцуется. Хорошо, давайте сейчас проверим. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Танец макарена. Танец макарена, фруктовый танец. Знаете, да, проверять.